команд. Вот когда у Мауриньо команды играют, да, мне тяжело их смотреть. Знаете почему? Потому что они в схемы загнаны, да, и они правда. Играют схематично. Это почему? Они не могут так играть, как Гвардиола в Барселоне играет, по той простой причине, что Мауриньо никогда по мячу не бил. Понимаете? Он вот этих тонкостей не понимает. Да. Вот. А Гвардиола бил и еще как бил. Понимаете? И обратите разницу, когда они их 5... Я повесился в раздевалке на месте Мары, когда они 5-0 проиграли. Представляете? Это ж, я ж видел эту игру. Да, они да. над ними просто издевались. Издевались. Да. Вот. Это вот уровень Мауриньо. И он сидел черный. Понимаете, в чем дело? Вот. А этот, он приехал, это представляете, как надо в футбол играть, чтобы приехать на Уэмбли против Манчестера, которые в порядке, и еще из них клоунов сделать. А они же из них клоунов просто, я расшифровал технико-тактические действия, они на Марсе, просто на Марсе чудаки находят. Хорошо, так, пожалуйста.